Уже более 3 десятилетий по инициативе сотрудников госавтоинспекции в городе над Бугом проходит слет юных инспекторов движения. Меняется программа мероприятий, вырастают его участники. Неизменным остается одно – цель слета – предупредить аварии на дорогах. В этом году местом проведения акции с участием юных инспекторов движения Московского района города стала гимназия номер 2. Ребята продемонстрировали свои знания о правилах дорожного движения и умение оказывать первую медицинскую помощь в случае ДТП. Эти ребята, они в любом случае знают хорошо правила дорожного движения. Они умеют оказывать доврачебную помощь пострадавшим дорожно-транспортных происшествий. Даже, например, они катаются на велосипедах, и кто-то из друзей неудачно упал. Он уже прекрасно знает, как ему своевременно оказать помощь. И в свою очередь они являются нашими проводниками среди детей. Если мы, например, с вами берем гимназию номер 2 города Бреста, они постоянно участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками госавтоинспекции. Участвую я уже 4-й год в ВИИТе, то есть как бы уже достаточно долго. Ну, в принципе, как бы первый раз, когда я пришла в ВИИТ, мне очень понравилось, очень затянуло. Это хоть и очень тяжело, но, тем не менее, очень интересно. Как бы, ну, на дорогах сейчас очень много аварий, все это, безусловно, знают, там, из газет, с новостей. И профилактика детского травматизма, потому что, ну, рассказываем, доносим детям правила, так как если ребенок рассказывает детям правила, так это все-таки, ну, по-другому звучит, чем от взрослого. Быть юным инспектором движения значит быть не безучастным к тому, что происходит на дороге. Многие школьники с самых малых лет катаются на велосипеде. Таким образом, становятся полноценными участниками дорожного движения. Задача юидовцев – распространять информацию среди сверстников, которые не только являются пешеходами, но и водителями, пусть даже на двухколесном транспорте. В первый раз, конечно, вот когда я выступал, это было как соревнование, и я вот стремился, чтобы что-то получить, занять первое место. А потом уже ты понимаешь, что суть не в этом, а суть в самом выступлении, что ты помогаешь. Есть и практическая, и теоретическая часть. Практическая часть. Дети на площадке катаются на велосипедах, показывают свои умения, навыков вождения. Теоретическая часть. Отвечают на вопросы по правилам дорожного движения. Отвечают на вопросы по основам оказания первой медицинской помощи. Потом идет очень красивое 10-минутное выступление от каждой команды, где в красочной форме дети рассказывают о правилах дорожного движения. Встреча юных инспекторов движения – это всегда эмоционально, спортивно и творчески. Ребята запоминают это мероприятие и непременно извлекают пользу от тех практических и теоретических заданий, которые им были приделаны во время слета. А тот факт, что встречи юидовцев проходили уже 36-й раз, только подтверждает популярность и необходимость данного мероприятия.